В этой инструкции мы расскажем вам, как сделать payout в токенах Ultima на сайте Ultima Business. Обратите внимание, что для получения транзакции ваш кошелек должен быть активирован. Для активации необходимо иметь коины Smart на балансе. Минимальная сумма для активации – 1 Smart. Получить Smart можно следующими способами. Первый. Попросить кого-то отправить их вам. Второй. Приобрести на бирже и отправить на кошелек. Третий. Через свопинг других коинов. Теперь, когда вы убедились, что ваш кошелек активирован, войдите в личный кабинет Ultima Business. В личном кабинете в левом меню выберите раздел Payouts. На открывшейся странице вам будет предложено активировать двухфакторную аутентификацию. Это необходимо для совершения Payout. После того, как вы настроили Google 2FA, в разделе Payouts выберите баланс, с которого хотите вывести токены. После этого нажмите кнопку Next Step. Откроется окно, в котором вам будет необходимо указать сумму токенов, которую вы хотите вывести, и адрес вашего кошелька. Адрес можно скопировать в Smart Wallet. Укажите количество токенов к выводу, вставьте скопированный адрес и нажмите кнопку Transfer. После этого откроется окно, в котором вам нужно ввести код двухфакторной аутентификации. Откройте приложение Google Authenticator и впишите полученный в приложении код в соответствующее поле. Если вы все сделаете верно, то увидите сообщение, что запрос на вывод токенов был создан. Готово! Вы совершили payout токенов Ultima. Информация обо всех payout-транзакциях доступна в разделе Transactions – Payout. Там вы найдете дату, адрес кошелька, на который были отправлены токены, сумму, статус, ID и хэш транзакции. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем. Желаем успешной работы!